Привет, мои дорогие зрители, с вами Элла Австралия. И знаете, какой сегодня день? Сегодня Всемирный день попугаев. Жуч, а ты в курсе? Бедолаги сидят и понятия не имеют. Ну, вы, наверное, кто мой канал смотрите, узнаете, кто пришел. Это единственный попугай, у кого желтое крылышко. Пико, ну-ка повернись. Повернись к лесу задом. Нет, ты уже задом. К лесу передом. Только не иди лесом. Иди. Пико. Ну давай. Иди, мой хороший. Вот там, видите, какое у него крылышко. Его ни с кем не перепутаешь. У него там какой-то иероглиф написан. Я его прочитать не могу. Какой-то знак. На что это похоже? Ой, ты мой хороший. Ой, ты мой хороший. Красавцы мои. Да, что ты крякаешь? Покажу вам еще мои декабристы. Видите, вот эти надо будет уже обрывать. Вот они. Вот это тоже пришел в негодность. Ну, вообще, конечно, фантастика. Просто фантастика. Какая красота. И эти уже как невесты пооткрывались. Ну, что я говорю-то, господи? Заговорилась. Ну-ка, этот как поживает? Вот, видите? Этот? Ой! Вот этот, а тут малюсенький-прималюсенький скоро откроется. Утром прилетали, видите, как? Все это хорошо? Всемирный день. Если бы они еще не какали на балконе.